кинулась туда, и видите, она ему такая... Че, мне не клюнуло, он сразу как-то, он смотрю, это я думаю, что она так натянута. А он сидит уже, там, партизан. Не, бобырь хороший он. Шикарно. Хороший бобырь. Оба. Надо было там разевать варежку, не здесь. Нет, все правильно. Да. Я бы уже снял. Чтобы не нагибаться в лодку. Лежи рядом, наверное, ну тут біля мене. Я даже ближе, бачишь, кидаю. Ты чуть дальше, а я сюда ближе. Так. Опа! Бачив, як я поігрувала. Все, у мене вже не вистачає рук крутити. Це бубері, но я вже їх не можу крутити. Дергається зараза. Это кнут, это кнут. Я говорю, сили не хватає. Ты, блин, гарний. Ребята, вы что, це с нами точно делаете? Я знал, что будет такое. Так что и не переживал. Я вчера сюда ехать, да? Я поняла, что ты это... А не знала, что ты ее прихватила. Так вот тебя, ой, красиво подсек, как я его. Ой, красиво подсек. Ой, красиво. Вот такого. О! Аллигатор. Крокодил. Вот такой вот. Вот такой вот кнутярский. Туди-сюди, как мы тут сидим. Да, ну бачимо, что тут рядом были на камне. Тихо, Наташа. Наташа, что? Пожалуйста, сеточку покажи мне. А, потом посмотрим сеточку. Да, не будем время терять. Не, ну такие чистые, конечно, играешь тоже. Я вот просто думаю, кто сегодня попал? Мы дядя вы... Вася или тетя Света? Кому поляну накрывать? Коли бы перечистишь, если твоих мог кнутать, то уже ничего не клюет. Вася подрыгала трошки. Играйте. Да, оба. Проявляйте активность. Оба, бачил, как я? Да. Как дурочка дергаю. Ты сильнее, я меньше. Главное, держите это... в натяжку. Нижний, наверное, сожрал. Натяжку держите. Опять, бачу, ударила. Чуть-чуть поигрывайте. Подсек? Вот так. Ой, на кальмара взял, видишь? О, гарный пиатик. Перетим, конечно, кнутик. Все. Не, тягну. Не, есть что-то. Здесь что-то я увлекся. Это обычно ж быстро. Это... Не, ну не маленький. Не. Что-то я... Опа. Вот. Он люк собрал. Вот так вот. Смотри, какой серый какой-то. Ага. Какой-то окрас у него тут. Слышишь, Вася, такие ощущения, как маленький снимался здоровье. Редкий. Да, это же не морское. Это же город. Это село. Да. Понял. Маша. Ты благородный. Это ты за своим морским. Это я вчера сбила. Вова меня прям, ну куда? Давай морское место. Мы говорили, если вчера морское, ну, поехали, то а сегодня, ты, ну, куда? То вот сегодня в Южном выйдем. Чтобы не было обидно, где лучше сравним. Не, ну, я скажу, нам в этом году и на морское грех жаловаться. Нет, тоже нормально. Да. Там. Трошки вже ми їх вибили, наверное, вилили. Та есть они тут. Ну, вже не так. Уговаривать вы их не можете. Та в тебе є куди кидати, а ми з Васю тут... Та тоже вам скоро море, слышишь, целый простор. Что-то я застихла, это ямка та сама, уже все. Сейчас він припливе. Ой, катушка ломается, так хватаешь. Опа! Новую купим. Запас дома есть. У меня еще он. У меня еще две удочки, он запасные. Тянем. Не, ну, Наташцу хороший. Перегоняем, обгоняем. Вот так вот. Кнута тяне, глянь, Вася. Ну вот такого кнута. Чтоб меня ну что ж. Вася, давай ты где-то какие-то рыбалки на воле. Ну ты что-то слабо ловишь. Вот так вот. Ты что-то... Вот такой вот он.
моряк, тут раз бачить парус. О, такой красавец, так, ну. Тяо. Вон. Такой ты. Очень рада. Хотя бачу, у хлебачка было все у нас началось, получается, в то время я увидела. Час. Ми после часу считай от вчера тоже это раньше. Ми часу десь это як завтракали чи як. Полутничали. Сейчас, если погода есть, выходить вот так вот в обед и нормально наловишь. Ну, чтобы тепло было, чтобы утром не мерзло. Ну, да. Ну, мы так, как здесь нормально, туман разошелся. Мы тоже не пошли сейчас. Мы вас не в 10, мы где-то в 11, наверное, часу вышли. Есть.